короче, ночью на рыбалке пытаемся поймать что-нибудь. Во. Вот она мормышка, вот Андрей в лунке. Мы пробовали днем, просто вышли ночью попробовать реально. Неужели не ловится? А окуни проплывали несколько штук. Один такой большой. А, один большой. Но куда они деваются на ночь? То есть они же где-то есть. Они же стопудово где-то есть. Это, кстати, камера вот эта маленькая как раз. Вон. Где? Вон проплыл только что вот мимо вот вообще. Подними, поиграй. Там на дне этого горбунца, блин. Хоть жопой ешь, мы которого прикармливали. Еще и походу с этого поднялся. Остался с дня. Окуни их не съедает ночью. Ну, с дна, видимо. А вот на лету ловит, да. Прямо наловили вон, сегодня. Вон, а, вот он. Смотри. Вот он, вот. Видишь? Ну-ка, поиграй. Я сейчас пальцы застынут нафиг. Нет, им как-то насрать. Днем они еще как-то это смотрели, хвосты, гребни эти подымали свои. Ночью им по барабану вообще на это дело все. Но где-то они стоят. Это стопудово, потому что сейчас их нет. А днем их было тут, ну, много довольно-таки. А что тут по бокам снимать? Ну да, что-то тут светится. Ничего больше не видно. Ну, Андрюха сидит вот так вот в метре от камеры. В одну лунку опущена и камера, и удочка. Утром мы поймали 20 штук. Да, мужик сидит рядом. Трех штук за сколько вот мы сидели, трех поймал. Мы 20 штук ровно. Таскали. Только потому, что вот подходит, он промахивается вон, и ждешь. Смотри. Не вижу. Кто-то подошел? Он клюнул. Он клюет, он промах. Вот. Блин, что ж ты дернул? Верни ему пожрать. Возвращай. А, ну, ага, на лицо ему опустил, молодец. Так что, я должен как-то контролировать? Вот так вот. Короче, можно и ночью иногда поймать. Ну, конечно, мы не поймали, чтобы так говорить, но, видимо, можно. Напишу в комментариях, в описании, поймали мы или нет. Сейчас минут 5 еще посидим и пойдем. У меня руки вот сейчас камеру держу забунели вот за 5 минут. Кого за 5? За 3 минуты. Надо в перчатку опускать обратно. Ладно, пойдем.